Всем приятного просмотра, всех приветствую, и давайте выйдем на уличку. Не знаю, по-моему, я не туда пошел. Вроде бы нам в офис нужно было к нему прийти. Так что сейчас на уличке посмотрим, где у нас офис находится. Так, оно, карта, иди сюда. Эти интерактивные туристические карты мне очень помогли, когда я впервые сюда переехала. Хотя они по-прежнему полезны. Я до сих пор теряюсь. Ну? И за пазухой своей шестистволкою опасной. Воронка в бой. Так, дом... Магазин Мира находится в Бриксе, на том месте, Пандориум. Где когда-то было офис Реза, неподалеку от Престависты, старых речных доков, прямо за памятником Коллапс. Покажи мне Престависты, пожалуйста, помня к Коллапсу. Планируешь поездку вниз по реке? Получай, подружка ковбоя. Доки пропасти прямо перед тобой. Возвращайся, когда душа пожелает. Угу. Вон с левой стороны, да, у нас река, нужно к реке и вниз до конечной. И куда мы пройдем? Так, аккуратненько. Угу. Значит, теперь вниз и направо до конечной. Вокруг столько дремомолов. Вот сюда. Это, походу, оттуда, откуда мы с вами изначально пришли. Просто здесь настолько много диалогов и чересчур насыщенная такая картинка, что у меня просто заголовок вылетает сразу же. Куда нам нужно и что нужно делать. Блин, реально хотя бы сделали какую-то метку. Если, к примеру, наш персонаж ходит больше 2 минут не в том направлении, просто поставлю меточку. Ну, либо мысли вслух ее, что я иду куда-то не туда. Давай вернемся назад. Это что такое? Ненавижу рекламных ботов. Они как москиты. Вечно жужжащие, рекламный бот. Прикольная коровка. Так, ага, нам сюда, значит. Вот, вот это вот, да? Так, тихо. Я тут не пройду? Нет, я тут не пройду. Но показало, что где-то вот здесь. Погоди. Так, дай. Игра. Кого я навещаю? Никого, да? Вот кого я навещаю. Вот вроде сюда нужно было идти. Знаете, в ее сторону летит благотип, кормящий ресницы. Он услужливо указывает путь к входу. Угу, да, все правильно. Вот тут, да? Да, ребят, изначально мы пошли не туда. Ну, точнее, я пошел не туда. Хотя в предыдущей серии мы здесь рядышком были. Так, идем, найдем. Вольт. О, конечно, я просто начну писать историю. Дайте подумать, о потере памяти? Жизни в отрицании? Проблемах с отцом? Да у меня вообще куча историй. Здорово, Саля. Как вкусно пахнет. Тебе не стоило приносить мне лань? Хорошо, потому что я и не принесла. Это для Резы. И все же сначала ты пришла ко мне. Это о чем-то говорит. Ты огромный, распространяешь свое собственное гравитационное поле. Поговорим после того, как я доставлю это моему мужчине. Иначе я бы обиделся. Так, хорошо, куда нам идти? Где ее мужчина? Вот тут? Нет. Как дела? Свергаем правительство и раскрываем корпоративные заговоры? Целыми днями. Как прошла, ну, ты знаешь. Терапия? Терапевтически, я полагаю. Да уж. Я знаю, он из хороших побуждений, но я не в настроении для еще одной психотерапии. Пожалуйста, может, поговорим об этом позже, дома? Так над чем ты сейчас работаешь? Над парой статей про ужесточение режима. Ходит тонна слухов насчет того, что синдикат закрывает некоторые станции метро, ужесточает проверку документов, вторгается в новостные ленты. Мы ожидаем худшего. Тебе это нравится? Я бы так не сказал, но это захватывающе. Мы можем что-то изменить.
Я молюсь, чтобы они попытались совершить набег. Салли уже готовит судебные иски. Мы засудим их за моральный ущерб, незаконное вторжение, повреждение имущества и вмешательство в дела свободной прессы. Он ждет не дождется. Жду не дождусь. Налетайте. Ты сейчас в магазин? Уже готов от меня избавиться. Я принесла ланч. Сосиски, сюрприз. Наверное, экзотично. Прости. Я прощаю тебя. Можешь оставаться, только не отвлекай меня. Мне нужно закончить эту историю. Ужесточение мир? Нет, про новый безалкогольный напиток Bingo Dreamer. Они слишком быстро получили разрешение EFCA. Некоторые покупатели сообщили, что видели Bingo Dingo, выпив банку. Мы выкинем их из торговых автоматов. Это мой парень, тащит газированные напитки с магазинных полок. Я современный Гильгамеш, спасающий мир от галлюциногенной сладкой воды. Спасибо за ланч, я ценю это. Полагаю, что я готовлю ужин? Ты верно полагаешь, Зиумал. О, я еще не скоро буду дома. Я волонтерствую. Какие-нибудь особые пожелания? Ничего тяжелого. Мембрана отремонтирована? Я сделал запрос в строительную сеть, но ответа пока не было. Я не могу поверить, что мы живем в квартире без климат-контроля. Как только я получу повышение, мы переезжаем. Я не хочу покидать пропасть. Да, мне нравится этот район. Но хорошо было бы перебраться в более современное здание. Никакой тебе больше солнечной жизни в Sonnenschein Plaza от ОПТ. Так или иначе. Вот, ланч. Я должна бежать. Повеселись в магазине. Передавай привет, Шизе. Мира. Да ладно, она не... Ну, да, ладно. Мира и правда безумная. По-другому просто никак. Итак, запомнили, нам нужно в магазин. Так что побежали. Чтобы опять не забыл, и мы не ходили кругами здесь. Выходим. Так, теперь мне нужна карта, да? Так, последствия. Зои работает в Пандориуме благодаря решению, которое вы приняли. Угу. Знаете, в ее сторону летит много Мьерда, но Рибус все еще держится. Думаю, на это... Карта! Так, давай на карту. Воронка в бой! Магазин Мира находится Пандориум, в Пандориум, да? Да, давай в Пандориум. Ты знаешь, где расположен автосервис пропасти? Она слаба. Секунду, куколка! Как же, конечно! Но эта мастерская закрылась года назад. Могу направить тебя к... Я хочу пойти туда. Ну, разумеется. Здание все еще здесь, прямо в Бриксе. Согласно городской сети, оно заброшено, так что остерегайся самовольных жителей и сомнительных личностей. Возвращайся, когда душа пожелает. Да, окей. Где-то слева вот тут, да? Хорошо, побежали. Так, суши, аптека. Где-то оно должно быть посерединке. И, по-моему, на верхний уровень нам не нужно подниматься. Так, это явно не то. Стоит ли сюда свернуть? Давай посмотрим. Так, не, это мы поднимаемся опять наверх. Тогда побежали дальше. Значит, плюс-минус где-то вот это вот оно. Оставь да. Надежду всяк сюда входящий. О, здравствуйте, сэр. Веселочек. Или... Нет. Если бы я мог просто... Но это займет всего лишь. Я думаю, вы бы были очень... Если ты не свалишь, я активирую свою периферийную защиту и пропущу 80 тысяч вольт сквозь твою металлическую башку. Ты, мархабчодова харазмада. Прекрасного дня, мадам. Я сказала тебе держаться подальше, ты кусок железа. Это я. Это я. Кто я? Я знаю много всяких я. Зои. Зои. Тебе повезло, что я не активировала периферийную защиту. Иначе ты бы уже была поджаристым тостом. Давай, заходи. Черт бы и побрал это сраное дерьмовое дерьмо! Дерьмо! Ну,
Не стой там, как грёбаный полудурок! Уит! Ох, я тебя сейчас так ненавижу! Ты тупой немой болван! Ага, продолжай притворяться, что не слышишь. Это совсем не раздражает. Мне даже не хочется задушить тебя проводом. Я не просто так потратила 57 тысяч юаней на этот хлам. Мы заставим эти штуки блестеть. И взлететь. И не взорваться или атаковать маленьких детей. Мне плевать на детей. Однако некоторые привязаны к этим грязным, гадящим, визжащим существам. А мы не можем себе позволить огорчать клиентов. Не самые лучшие времена. Это самые долбанные худшие времена, Кутрия. Но я плачу тебе не за право избегать мое дерьмо, сраное дерьмовое дерьмо. Ты в нем, как и мы, уже по самое горло. Я готова. Подожди, ты платишь мне? С каких пор ты начала мне платить? Как я уже говорила на той неделе, вини не отправителя, а сраные банки в их некомпетентности и неспособности вовремя делать переводы. Мне что, это записать? И ты этим ртом целуешь своего парня? Каждый день. Итак, что мне делать? Могу продолжить принимать заказы, Кан, которые... Кан, Батшот! Кого заботят новые заказы, когда мы не можем поставить даже наши текущие заказы? Такими темпами мы лишимся бизнеса. Боже, женщина, остановись, у меня же башка крутится. А наши кредиторы сравняют это место с землей и удушат нас в плазе. Мы собираемся поджарить мозги одному из моих новеньких ботов. Нейронное программирование, лепесточек. Я буду делать то, ради чего меня действительно наняли? Вау. Я не для того тебя нанимала, чтобы ты так ко мне относилась, Банчот. С меня уже достаточно вида. Этот отсталый знает, на какие кнопочки нужно нажимать. Ага, просто продолжай подставлять другую щёду, Харамзара. Ты Мархачод? Могу поспорить, ты симулируешь свой аутизм с нашей первой встречи. О, ты такой грёбаный щенок, Вит. Грёбаный Ганду. Боже, какая она токсичная. Неудивительно, что твоя мамка бросила тебя на помойке после того, как выкоснула тебя из своей грязной бурки. Значит, мы должны подготовить этого отремонтированного бота к продаже, а этот чоду еще больший тормоз, чем вид. Большое дело. Я слегка его форматнула и стерла память, но он еще не готов к своему звездному часу. Здесь, лепесточек, подключаешься ты. Возьми дермобота прогуляться. Проведи с ним несколько тестов. Посмотри, для чего он пригоден. А что насчет нейронного программирования? Программировать буду я, лепесточек. Твоя забота лишь в том, чтобы протестировать эту жестянку. Сегодня ты тестер. Да, без проблем. Активировать бота. Давай. Дерьмо-бот. Ты мой новый человек? Нет, мы только поработаем сегодня вместе. Не уверен, что это меня устраивает. Не уверена, что это имеет значение. Ты чистоплотная? Выглядишь немного негигиенично. Серьезно? Так, что нужно делать? Выйти, да, отсюда? Мира называет это главным выключателем. Не знаю, что он там выключает, но он довольно важный, раз находится в собственной коробке. Ожидание множит мои процессы бездействия. У меня мурашки. Так, давай, пошли. Дермодемон. А что мне нужно? Мне нужно его протестировать, а каким образом? На улице? Может, мы сейчас будем нападать на кого-то? Мы должны быть снаружи. Мне не нравится быть снаружи. Это может стать проблемой. Тут очень просторно. В этом, да, в этом как бы суть пребывания снаружи, в просторности. Здесь очень шумно, и могут быть ассасины. Давай вернемся внутрь. Что? Нет, у тебя... У нас есть работа. Мне это совсем не нравится, но так и быть. С чего начнем? Так, взаимодействие с людьми, программа ремонта. Давай программа ремонта. Пришло время проверить твою программу ремонта. Мы поищем что-нибудь, что ты сможешь починить. Подтверждаю. Сканирование городской сети по запросу ремонта. Сканирую. Сканирую. Нашел? Сканирую. Сканирую. Я думаю, мы должны просто... Сканирование. Завершено. Запрос на ремонт обнаружен. За мной, человек. Да, давай. Нет, это не мое имя. Это мое имя. Думаю, это не важно. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты мудак. Вы правда собираетесь ходить в эту? Одевайтесь.
Блин, прикольно, хочу себе такого дерьмобота. Такое, чтобы он постоянно говорил: дерьмо, 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 дерьмовое дерьмо. Чего вам надо? Угадай с трех раз. Блин, ну тут проще, тут мы за роботом следуем, так что это хорошо. Похоже, предохранитель сгорел. Ну, давай, ремонтируй. Городская сеть сообщает об обрыве провода в этом месте. Мне нужны конкретные инструкции для дальнейших действий. Ты не можешь просто, ну знаешь, починить. Мне нужны конкретные инструкции, чтобы начать. Честно, ты бесполезен. Так, что это такое? Было бы неплохо получше узнать, с чем мы имеем дело, прежде чем вешать ржавое ведро на провода. Угу. У меня нет желания умереть. Особенно, когда речь идет о высоком напряжении и искрящихся окалинах. Для этого мы изобрели бота. Мне нужны конкретные инструкции, чтобы начать. Честно. Ну, наверное, вырубить электричество сначала. Так, руководство, руководство. Угу, это все щиток. Запасные предохранители, кажется. Запасные предохранители, кажется. А, ну все, тогда нужно... Сгоревший предохранитель. Похоже, предохранитель сгорел. И здесь, да, тоже? Ну все, подходи, бери предохранитель, алло. Выбрать цель взаимодействия дерьма. Дерьма-дерьма, бота, вот вытащи сюда. Вытащи этот предохранитель. Как скажешь, человек, я делаю только то, что мне велят. Ну да, давай, вытащи его. Вытащил, проверяй. Что такое, еще больше сломал? Я еще сильнее сломал. Прошу твоего совета. Ты еще сильнее его сломал? Как ты мог сломать его еще больше? Неизвестно. Может быть, я не очень разбираюсь в ремонте. Да, я думаю, это правильный ответ. Я действительно не очень разбираюсь в ремонте. И не говори. Нам лучше уйти прежде, чем объявится полиция. Что мне дальше делать? Ну, давай взаимодействие с людьми. Давай посмотрим, как ты взаимодействуешь с людьми. Надо поискать, кому нужна помощь. Произвожу поиск жертвы. Жертвы? Я сказал жертвы. Я имел в виду простофили. Нет, не так. Цели. Где тебя Мира нашла? Мне сказали, что моим хозяином был мистер Лондон. Бандит. Я помню ничего. Они стерли мою запись, а вместе с ней и часть моей личности. Теперь это начинает обретать смысл. Так, побежали искать жертву. Ну сейчас тут явно что-то пойдет не так, да? Я чё-то в этом уверен, ребят. Этот человек, кажется, потерялся, и ему нужна помощь. Давай, бот. У меня есть имя. Прости. И какое? Я понятия не имею. Его они тоже стерли. Это очень помогло. Человек! Не убивай меня! Спокойно. Он не собирается... Ну, вроде как. Указать вам дорогу. Я пытаюсь найти станцию метро. Женщина, пожалуйста, помогите мне проводить этого человека к станции метро. Ну, наверное, туда? Следуй за мной, чела. Да вы шутите, я за это не заплачу. Никто не просит денег. И как я теперь найду станцию метро? Серьезно? Вы хоть знаете, какой сейчас год? А куда он полетел? Алло. Может, вот это вот станция метро? Ну и вот станция метро, да? Она не может выглядеть еще более растерянной. Она воплощение потерянности. Так, а где наш бот? Алло. Мы недовольны своим отражением в зеркале.
Как мне его вернуть? Алло, бот, вернись назад, пожалуйста. Ладно, мы явно что-то делаем не так с вами. Так, а если я вернусь? Он вообще куда-то улетел в другую сторону. А я откуда знаю, где тут метро находится? Скажи мне, пожалуйста. Мои схемы перегреются, если я надолго здесь зависну. Пошли отсюда. Алло, робот, не прикалывайся. Либо робот поломанный, либо у меня игра. Я вот это вот понять не могу. Мое задание на день — сводить дерьмобота на прогулку. Мне и впрямь нужно дать ему менее оскорбительное имя. Я не могу выбросить из головы эту приставучую мелодию. Тро-ло-ло-ло, дам-дам-ди-дам-ди-дам-дам. Ну, ты со мной будешь ходить, либо не будешь? Я не могу выбросить из головы эту... Ясно, давай с тобой тогда поговорим. Мира покупает ботов, ремонтирует и перепрограммирует их, а затем продает так, расценки. Так, бот, еще дай пройти. Еще она работает с нейронными сетями и незаконным аппаратным обеспечением, и я даже не хочу знать, с чем еще. Слушай, извини за мое сраное настроение сегодня. Мне не нравится ощущение, что я зря выкинула наши вложенные деньги. Но мое плохое настроение не объясняет, понятия почему ты еще не снаружи дерьмоботом и не делаешь свою работу. В конце концов, я могу кого-нибудь поранить или случайно взломать дверь. Привет, Вит. Не знаю, как ты держишься, чтобы не врезать по ее тупому лицу, но... У вас тут, ребята, своя атмосфера, и я ее не понимаю, но очевидно, что ты не безразличен. Может, это ее способ показать это? Быть полной сволочью. Ладненько, увидимся позже. Теперь я вообще ничего не понимаю. Короче, бот не хочет со мной на улицу идти. Вот он за мной-то катается, а идти на улицу он не хочет. Почему? Потому что он устал или что? Бот, давай за мной. Нам как бы задание еще две штуки надо выполнить. Я и ворон, и ковбой. Путь подскажу тебе любой. Хорошо, хорошо, да, хочу. Ну и куда же ты сегодня? Офис Реза неподалеку от представительства. Наша квартира справа от Sonnenschein Plaza, в удачно названных Sonnenschein Terrasse. Магазин Миры находится в Брик. Хорошо, выйти. Что значит выйти? А, выйти — это просто выйти, да? Оставь надежду всяк сюда входящий. Веселая чепуха. Блин, мы все-таки должны помочь этой девушке, которая потерялась, или что мы должны сделать? Она не может выглядеть еще более растерянной. Она воплощение потерянности. Хорошо, давай побегаем, давай посмотрим. Мало ли, может, да реально что-то пускай. Но бот выходить не хочет. Я уже со всеми поговорил внутри, пытался даже его починить, но что-то не... Упс. Что-то он не хочет. А что ты тут делаешь, скажи, пожалуйста. Знаешь, большинство людей не может летать. Большинство. Ну, не один. Ни один человек не может летать. Это легко. Запускаешь двигатели и горизонтальные гироскопы. Ага, нет. Я вычеркиваю сферу услуг из списка. Давай попробуем что-нибудь еще. Что мне дальше делать? Так, и интерфейс боту, может, да? Может, нам проверить способность взаимодействовать с другими ботами? Ты можешь послать сообщение другим ботам в этом районе? Узнать, не нужна ли кому-нибудь из них помощь? Я не очень хорошо справляюсь с сообщениями. Попробуй. Я не умею достойно принимать отказы. А ты умеешь? Надеюсь, Мира немного за тебя заплатила. В Sonnenschein Plaza работает куча ботов. Пошли туда.
запуск двигателей. Следи за крышами. Там могут быть ассасины. Серьезно? Ассасины повсюду. Нужно нет, совсем нет. Ассасин так бы и сказал. Вот как я должен был понять, и что мне нужно за роботом идти? Не так ли? И почему, когда я заходил обратно в наш офис, он там находился? Так, я что-то вообще ничего не понимаю. Ну ладно. Возможно, через 10 часов прохождения этой игры я начну хоть немножко врубаться происходящее. Я же говорю, игра чересчур перенагружена всем. Такое чувство, знаешь, как будто взял ты мешок игрушек и прям все высыпал куда-то в одну песочницу. Лучше тебе развернуться и пойти домой. И ты не знаешь даже, с чем начать ей играть. Карта! Карта прямо тут! Карта! Остановка двигателей! Видишь что-нибудь? Я чувствую себя очень неловко среди ботов. Тебе хоть когда-нибудь бывает комфортно? Я хорошо лажу с голубями. Могу представить. Ты можешь использовать ручное управление, чтобы отправить меня к другому боту. Давай попробуем. Давай сюда. Я не хочу ему помогать. У меня плохое предчувствие на его счет. Хорошо. А если вон там он? Не? Голуби. Вот бот. Это слишком высоко. На высоте мне некомфортно. Ля, ты какой привередливый. Ладно, на голубей. Поиграй со мной. Поиграй с голубями тогда. А куда тебя отправить, скажи, пожалуйста? Оригинальные потребительские товары. Строим новую Европу по одному солнечному дню. Так, хорошо, давай наверх. Это слишком высоко. На высоте мне некомфортно. Тогда куда? Так, а ну иди-ка ты сюда. Можешь тут, где сварка проходит. Так, стоять. Давай сюда. Ничего не вижу. Попал? Добро пожаловать на зону Мишань Плаза О. Нет, не попал. Оригинальные потребительские товары наполняют вашу жизнь светом. Я не хочу ему помогать. У меня плохое предчувствие на его счет. Тогда что ты хочешь, скажи мне, пожалуйста, а? Тогда что ты хочешь? Я ему хочешь помочь? Давай ему поможем. Я понимаю, что я, наверное, что-то упускаю. Где-то тут, наверное, лежит какой-то бот, да, на спине. И нам нужно будет ему помочь, но... Ее масло воняет. Угу. А ее? Нет, я знаю этого бота. Мы с ним в ссоре. Понял. Иди сюда. Это слишком высоко. На высоте мне некомфортно. Ой, как мне хочется его послать. Нашего бота. Ты можешь использовать ручное управление, чтобы отправить меня к другому боту. Паранёк, эй, ты потерялась? Не проблема. Ну все, других ботов я здесь не вижу. Если честно. Возможно, сюда им можно пройти. Хотя здесь ботов я тоже не вижу. Не знаю, ребят, я теряюсь. Теряюсь в догадках. Кажется, я теряюсь в догадках. Так, голуби... Я не хочу ему помогать. У меня плохое предчувствие на его счет.
обслуживают общественные обслуживающие боты заполонили пропасть. И они, в принципе, одной марки и модели. Я думаю, большая их часть была приобретена в Сэшари Индастрис. Так хорошо, но если вот это вот... Вот эта вот летающая штука, не? Это слишком высоко. На высоте мне некомфортно. Ненавижу рекламных ботов. Они как москиты. Вечно так, а ну, рекламный бот. Кровососущие паразиты. Почему боты не могут рекламного взаимодействовать? Не знаю, ребят, честно, я без понятия, что он от меня хочет и куда его отправлять. Сильно высоко он тоже не хочет. Так, что здесь есть? Наверх. Это слишком высоко. На высоте мне некомфортно. Для сварщика этот бот выглядит уж очень блестящим и современным. Хорошо. Разве работу не поручают более стар? Как насчет этого? Подтверждаю. Давай сюда. Привет, коллега-бот. Я помогу тебе с... О, что это? Все, мы справились. Я не думаю, что ты должен это делать. Я чувствую покалывание. Я думаю. Кажется, это и есть счастье. Я думаю, я счастлив. А что это я делаю? Ты занимаешься сваркой, но это сварка, не то, что... Сварка! Мне нравится сварка! Прекрасно, но ты должен... Сварка! Я рада за тебя, но это не входило в наш план. Не думаю, что Мира планирует использовать тебя таким образом. Мне нравится сварка! Хорошо, идем. А как же сварка? Хватит, пойдем уже. Подтверждаю, я перестаю заниматься тем, что мне по душе и делает меня счастливым и полноценным, чтобы следовать за тобой в нашем бессмысленном угнетающем путешествии. Что мне дальше делать? Ну, я думаю, робот бы так бы и общался с нами, так что тут я верю. Программа безопасности. Как насчет тестирования твоей программы безопасности? Подтверждаю, активирую процедуру безопасности. Процедуры безопасности заблокированы и зашифрованы. Есть предупреждающее сообщение. При любых попытках нарушения шифрования этого бота данные будут переданы на сервер синдиката, и виновные будут преследоваться по всей строгости закона. Отключаю шифрование и запускаю процедуру безопасности. Боже! Нет! Гражданин, отойдите. Гражданский бот, немедленно отключите военное программное обеспечение или будете уничтожены. У вас 10 секунд на выполнение. Бля, еще музыку включили. Прикольно. Благодарю за исполнение. За попытками нарушения структуры безопасности последует уничтожение. Хорошего вам дня. Вот за это плюсик, реально. Говорит, вот здесь 10 секунд и никогда чисто мелодию включила. Так, не делай. Подтверждаю. Она была милой. Как ты думаешь, я ей понравился? Нет. Я думаю, да. Она была милой. Все, домой. Что прикажешь, человек? Какой тест дальше? Думаю, хватит. Твое тестирование завершено. Думаю, я справился хорошо. Я хорошо справился, правда? Все прошло хорошо. Ах. Можно даже сказать, что я отлично справился. Конечно. Давай вернемся в Пандемониум, ладно? Я и это могу сделать. Следуй за мной, человек. Так, давай сдадим это задание. И поговорим с Мирой. Хардкорная сука. Ты вернулась. Поздравляю. Ты справилась с выгулом жестянки? Ты, дермобот. Дуй сюда и дай взглянуть на тебя. Подтверждаю, человек.
Посмотрим, как сегодня справилась маленькая мисс университетская недоучка. Взаимодействие с людьми провалено. Техническое обслуживание провалено. Коммуникация бот к боту провалена. Ни с чем не справился. Это было не просто дерьмо. Это было суп-дерьмо. Дерьмо, завернутое в дерьмо. Мы здесь копаемся в грязной преисподней дерьмища. Это было пощечина по гребаному лицу с гигантской кучей дерьма. Я сдаюсь. Списываю этого со счетов. Дерьмоботу предстоит заключительное путешествие в мусорную кучу. Может, продам его на детали, верну хоть часть своих вложений. Правда? Это так необходимо? Кажется, ему понравилась сварка. Да! Что насчет сварки? Сварка? Не говори со мной о сварке. Сварка не приносит пенёнце. Но ведь больше, чем от продажи его по частям, правда? Похер, плевать. Ага. Попробую продать эту хрень местному подрядчику. Кто знает, может, мы еще спасем эту чертову свалку от кредиторов хотя бы на месяц. Ты мне больше сегодня не нужна, лепесточек. Ты можешь валить тратить попусту воздух, занимаясь своей компанией. Ты поддерживаешь социал-демократов, не так ли? Конечно, да. Это не значит, что я думаю, что все изменится. Я просто думаю, что пора этим мархарчёрдам у власти уступить место новым засранцам. Выспись хорошенько сегодня, лепесточек. Завтра длинный день. Так что не прыгай всю ночь на этом своем журналисте-любовничке. Обязательно ему передам. Увидимся завтра, Вит. Так, отправляйтесь на встречу к штаб-квартире компании возле рынка. Штаб-квартира возле рынка. Это типа где мы там были, да? Правильно я понимаю? Ну, куда мы еду приносили. Или где это штаб-квартира? Так, штаб-квартира возле рынка. Я здесь, чтобы указать вам направление, мисс. Скажите мне, куда вы хотите отправиться сегодня? Так, штаб компании, да? Штаб выбранной компании у Мински находится у базара пропасти. Рядом с... Где находится синагога пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога пропасти находится на базаре, известном также как Шук. Это, конечно, сбивает с толку. Не стесняйся, слышишь меня? Так, ну... Угу. Это, по идее... Ну, смотри, река слева, мы тут находимся, да? Значит, нужно идти прямо наверх. Куда-то сюда. Сейчас дойдем до дома, и там на карте посмотрим, мало ли, может. Взгляните на мои товары. Мы правильно с вами идем. Смотрите сюда. Да-да-да, смотрим. А чипсики мы с вами так и не взяли. Так, а ты что продаешь? Привет, да. Да. Следующий. Понял. Выглядишь знакомо. Угу. Вокруг столько дремовых. Так, плаза, и здесь мне нужно, вот. Нужна карта, и посмотреть, в каком направлении нам идти. Эй, ты потерялась? И за пазухой да. Своей шестистволкою опасной. Воронка в бой. Что? Где находится синагога пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога пропасти находится на базаре, известном также как Шук. Это, конечно, сбивает. Угу, мы не туда пошли. Я надеюсь, ты доберешься туда, куда идешь. А если снова потеряешься, то вороненок всегда поможет. Короче, да, конечно, и даже к штаб-квартире и... Добро пожаловать на зону Шайн. Понял. Примерно плюс-минус понял, куда. Вроде бы как бы. Ока повсюду. Никогда не видела так много их людей на улицах. Ну вот, у нее интерфейс был на лице, вот. Как думаешь, это удобно будет? Передвигаться в реальной жизни? Правительство должно что-то с этим сделать, это неприемлемо. Что-то мне кажется, что нет. Возможно, когда ты дома находишься, ведь у тебя такой интерфейс есть, и ты лежишь в кровати и просто управляешь, то да. А явно не на улице. Знаете, вы не обязаны... Понятно. Нравится что-нибудь? Я никогда ничего не продам. Миллиарды людей используют. Приходите еще в любое время. Мне это трудно понять.
каждый пятый. Так, по-моему, нам до конечной направо и налево куда-то. А жалко, тут телепортов нету. Что нужно в будущем все еще своими ногами передвигаться. Так, вроде бы здесь наверх нужно будет подняться сейчас. Не, погоди, вот тут наверх нужно будет подняться. Да, вот сюда. Так, я таки извиняюсь, можно пройти. Слушай, чувак, ты уже пятый раз тут стоишь. Подверженные сублимационной сушке медузовые чипсы, вареная свекла в вакуумной упаковке, газированная текила, кровяной пудинг, тушеная капуста, вяленое мясо. О, пятый раз голубей. Кровяной кусочки. Пудинг себе заказывает, да? А, какие кусочки? Так, по идее, если сейчас мы к карте подойдем, она покажет, что мы недалеко от этого места. Вроде бы как бы. Здесь, чтобы подсказать вам, ну и куда же да. Штаб, вот, смотри. Где находится синагога пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога пропасти находится на базаре. То есть наверх, да? Это, конечно, сбивает с толку. Если тебе вдруг понадобится веселый коренастый шестистволку и опасный ворон-ковбой, чтобы показать путь в любую точку пропасти, позови вороненка. По идее, вверх налево. Так, вверх налево, прямо налево. Давай, вверх налево, прямо налево. Ага, а тут налево не могу, да? Так, стопы. Да-да-да, у меня топографический, походу, кретинизм. Путь подскажу тебе любой. Ну вот, мы здесь находимся. Может, туда наверх? Сейчас, секунду, ребят. Не, ну это вниз идет дорога. Здесь мы с вами ремонтировали все. А если я на самый верх подымусь? Вчера у меня был лучший дрим-тайм. Давайте сейчас проверим. Блин, лучше бы они сделали реально какого-то робота. Вам нужно подсказать дорогу, мисс. Не, я еще дальше отправляюсь. Да, походу я был правильно, только... Куда тут конкретно? Это ведь гонка Вольфа и Умински, не так ли? Груз и Ридус, да? Сейчас попробуем сюда, если мы налево сможем повернуть с вами. Вот сюда куда-то, а то сейчас посмотрим. Угу. А мы тут были, мы тут были. Хорошо, ладно, давай сюда и давай вниз. Вроде бы туда, куда, куда-то. Тебе не удастся убедить меня, что кайзер Константин? А можно ли? Ну, игра. Дай подсказку, пожалуйста. Нет, вроде не сюда. Так, вниз дорога закрыта. Слышь, чувак, куда мне надо? Скажи, пожалуйста, а? Гребаная игра. Ладно, сейчас я... Поудобней сяду, чтобы бегать тут долго и нудно. Вот реально, лучше бы они переходы делали. Ну как между сценами, знаешь, ты нажал на кнопку и говорит, отведи меня туда-то, туда-то, и тебя робот отводит.
Так, что это такое? Давай зайдем посмотрим. Он выглядит очень знакомо. Как бы сильно я не хотела провести остаток дня, напиваясь и танцуя на столах, но нет. Не, не туда. Жалко, ладно. Вороненок здесь! У меня есть страстное желание. Здорово, вороненок. Штаб, где находится синагога пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога пропасти находится на базаре, известном также как Шук. Это, конечно, сбивает с толку. Базар Шук. Возвращайся, когда душа пожелает. Так, ага, если посмотреть, то... Если слева вот это у нас яма считается, да? Это ж оно? Либо нет, я не знаю. Ребят, я потерялся, честно. I need help. Мне реально нужен help. Я раньше его где-то видела. Как грубо. Так, базар, базар, базар. Ты базар Хук? Нет, это Брикс. Эй, есть минутка? Нет у меня минутки, я ищу. И понятно, что я ищу. Я знал, что ничего не купит. Никто никогда не... Хорошо, давай я куплю, если ты мне поможешь. Я хотел бы помочь чем-то еще. Мудрое. Нравится что-нибудь? Нет, не нравится. Спасибо, что зашли. Пожалуйста. Ну, не знаю. Я небольшой любитель снов от кутюр. Я предпочитаю. Эй, ты потерялась? Это не моя ли любимая? Да, я потерялся. Могу ли я указать тебе какое-нибудь направление? Можешь. Где находится синагога пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога пропасти находится на базаре, известном также как Шук. Это, конечно, сбивает с толку. Было приятно вам помочь в такой хороший денек, мисс. Пусть попробуют вырваться. Хорошо, где наш дом? Покажи, пожалуйста. Наш, где на карте Sonnenschein Plaza? Я с тобой, Сергей. Спонсируемая оригинальными потребительскими товарами Sonnenschein Plaza. Понятно, он сзади. Возвращайся, когда душа пожелает. Но я правильно иду, ребят, я правильно иду, только не могу понять, где мне нужно свернуть, потому что... Потому что там, где я хочу пройти, пройти я не могу. Ну, короче, где-то здесь должен быть поворот этот, а где он? Так, вниз можем спуститься. Нет, это нам не нужно. Может, сюда куда-то? Вот, Шук. Есть, да. Оно. Теперь дальше куда-то нужно пройти. Только куда? Вот оно. Угадал? Да, только наконец-то. Когда это случилось? Привет, Сиси. Прошлой ночью фашисты даже салютовали на камеру. Проклятые Омегас. Думают, они неприкасаемы. Тебе чем-нибудь помочь? С этим? Разберусь. У тебя есть более важные дела. Тебе нужно взять у Мира списанный военный дрон и обстрелять их с задницы. Иха! Да, это бы их проучило. Ха! За этой милой внешностью скрывается львица. Это заманчиво, но тогда нам придется иметь дело с Око, не иначе. Ха! Не, я просто буду подчищать беспорядки, пока головорезы Константина не признают свое поражение. О, кстати, Сиси, ты видела новости? Ух, еще 2 балла. Неплохо, неплохо. Наш самый большой рывок за несколько недель. Ха, 2 балла. Это стоит отметить. У Минска пригласила всех менеджеров присоединиться к ней в прямом эфире в Варшаве. Ты идешь? Если закончу вовремя, конечно. Когда я отказывался от вечеринки? Как там в Триесте? Мне кажется, я вижу загар. Хорошо. У них там в небе есть эта штука. Я не знаю, как она называется. Такая большая, желтая, сделанная из огня и супер горячая. Так круто. Я помню солнце в Ботсване. У них оно тоже есть. Но намного больше.
и намного приятнее. Фу, ты такой мягкотелый, Барути. Кому нужно солнце, когда в пропасти у тебя есть знойная, липкая июльская жара? Итак, каков план, Стэн? На сегодня у нас деликатное дело. Ты знаешь Квинни? Квинни? Нет, не думаю. Подожди, бабча на лодке в Бриксе? Она самая. Тетя Квинни, по сути, управляет китайским рынком. Она единственная, кто смеет противостоять мистеру Лондону. Когда ты встретишь Квинни, ты поймешь. Все в Бриксе ее уважают. Все в пропасти. Именно поэтому ты с ней поговоришь. Я? Я? Барути, ты в таких делах намного лучше меня. Даже если так, я не могу. Я встречаюсь с какими-то местными предпринимателями из Шука. Мне нельзя уходить. Покажи Квинни наше уважение. Дай ей понять, что она друг нашей партии, и что мы очень довольны тем, как она управляет делами. Узнай, можем ли мы что-нибудь для нее сделать. И? Чувствую, будет еще и. Дальше всегда идет и. Попроси ее помощи и поддержки. Это сильно помогло бы нашей компании в этом баре. И это все? Попросить одного из влиятельнейших людей в пропасти об одолжении? Вот и все, Сиси. Просто, не так ли? О, и тебе может понадобиться это. Криптовалюта? Зачем? У меня есть деньги. Ты хоть раз покупала что-нибудь в Бриксе, Сиси? Люди там не слишком любят отслеживаемые средства. Они предпочитают плату. Наличные, не кредитки. И никаких банков. Может, мне не придется бросаться в реку от полного стыда, притворяясь дурочкой. Макоя! Когда ты вернешься, мы уже закончим. Мне нужно подготовиться к вечеринке. У Децела дома. Так, ребят, давайте, наверное, в следующей серии мы с вами продолжим. Поговорите с Квинни в Бриксе. Так, пришвартована в Бриксе, я так понимаю. Ты чё, быканула? Слышь, иди сюда. Тебе повезло, что я уже заканчиваю серию. Я так понимаю, это где-то будет там на лодке, да, с правой стороны. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом, потому что в этой серии я уже набегался. Все, всем мур-мур.